Всем привет, ребята, с вами Юранг. В прошлой серии мы с вами сражались с Химерой. Сначала она нам помогала, потом началась полнейшая вакханалия. И вот мы с вами дальше проходим Супер Пук 2077, версия 2.0. Фантом Либерти. Фантомная свобода у нас с тобой. Призрачная свобода. Да, включенное ядро Химеры. Давай, заберем его. Было жарко, все-таки мы его завалили. Нам повезло. Да. Нам трудец, как повезло. Отсюда должен быть какой-то выход. Давай поищем, что нам с тобой надо. Посмотрим, что мы с тобой можем взять. Здесь, по-моему, где-то у нас с тобой были патроны. Да, мы с тобой патроны в прошлой серии это здесь вроде как собрали. Часть, по крайней мере. Ну, по сути, практически все мы и забрали. Вот эти вот турели, не знаю, какой от них был толк, правда, мы их так почему-то... Они не захотели взламываться. Давай заберем. Поисковая какая-то граната. Типа, наверное, кого-то, чтобы искать. Так, а это что? А это что? Компоненты второго и первого уровня. А еще наполовину переведенная игра. А наполовину не переведенная. Это вот такой вот перевод. Видишь, видать, решили не нанимать, решили не мучиться. И поэтому не нанимали дублеров на русскую озвучку. Получилось вот так вот очень половинчато, к сожалению. Я чувствую, на супер высочайшей сложности я просто бы не справился, перегружено. Да, спасибо за... Оповещение, я так понимаю, это, наверное, улучшенный коллаж. И эффективная дальность. Скорость стаки поменьше, то урон побольше. Какой-то урон припадания в голову. А, у нее какая-то модификация. Есть. Зажать, разобрать. Так. Все вроде, да? Симулятор здоровья, антисептик. Кто-то крысы там бегают. Чипы какие-то непонятные. Так, что у нас с тобой еще было? Что-то мы, наверное, еще не забрали, да? Что такое? Кюби. Зелененький автоматик. Разработчики решили двигаться классикой жанра Borderlands. Там также были эти оружия зеленые, обычные, простые, непростые. Там они разноцветные были. Целевая винтовка. Вот это мы с тобой лучше, наверное, разберем. И получим целый какой-то комплект. Чего-то непонятного. Тоже разберем. Можно было бы все это продать, но пока что некому, поэтому будем разбирать. На этот автомат давай с тобой поставим что-нибудь. Требуется. Что такое модификация? Несовместимость при этом более низкого уровня. Каир. Какой-то СА. Такую штуку давай поставим. И ствол какой-нибудь ему. Дульный тормоз. Уменьшение отдачи. Ну, в принципе, они все одинаковые. Во, хорош. Блин, конечно, не поймешь, что она, блин, проседает, то не проседает, это FPS. Что с ней происходит, такие моменты? То чуть получше, то чуть получше работает, то чуть похуже. А, все? Надеюсь, вы сейчас не упрем в стену. Ну, Сойка сказала, типа, тоннель на самом Элизабет Крест Стрит. Она выходила на связь? Нет, молчит. До сих пор? Плохо. Давай, с ноги. Ну, с ноги посильнее, да. Именно русскую матершину нужно было оставить на русском. То все остальное сделали на английском. Оригинально. Может, это нужно QR-код отсканировать, тогда дверь откроется. А, вот так и можно было сделать. Ну да. Логично. Давай. Побежали. Баночки какие-то, скляночки. Попадали какое-то метро, все. Ну, смотри, что хоть вся ситуация. Можешь позвонить Сами еще раз.
Нельзя останавливаться, нас засекут, мы отсюда уже не выйдем. У меня свой может показать на руках выхода, позвони, пожалуйста. Хорошо, ладно. Давай, Сойка, как там тебя? Воробей. Сойка. Мы начинаем волноваться. Сон, ты меня слышишь? Что не отвечает? Похоже, только один у тебя остался. О, опять ты! Тебя не было уже, не все хорошо. А мной, ха, какой-то лучше от Сойки. Как ты, Джон Уик? Что-то звонился? Нет. Но не отвечает. Досадно. Что случилось? Почему Сойка пропал? Кто знает. А что не по плану? Сказал, что ее нашел демон, и защита включилась, когда она ломала Химеру. Может быть, сказал бы... Да, если бы Сойка была обычной нейтралишей, но вот знаю, что это не так. Сойка... Сойка... Момент было не до расспросов. Сойка. Здесь всегда есть риск поджариться. Сойка. А как он вообще прическу поменял, я не понимаю. Он же призрак, в конце концов. Только сейчас что-то меня этот вопрос начал беспокоить. Это же бред какой-то. Странно, это было, честно говоря. Я уверен, что найдет туда, куда же и мы, саму улицу. Это единственное логичное решение. А, логично. Представляю, какой девчонка будет отходяк, если она начнется. Да. Хэнговер похмелье. Чего так считаешь? Что она пошла на ту же тусу, где был я. Чувствуешь себя, как будто глубоко под водой, пытаешься упасть, что-то не дает дышать и затягивает обратно. А когда она потеряла управление Химерой, вода превратилась для нее в кипящую смолу. Значит, значит, неприятно. Хорошо, что ты выжил. Нет, да, вот она. С другой стороны, это могло быть просто перегрузка, но ранее в такое случается. Страшное дело. Ну что, идем дальше? Оп. Видал как? Было не стало, все пропал. Так, здесь у нас с тобой что-то есть. Какие-то помойки. Все вкусие. Какой-нибудь бы автоматический бы ингалятор бы нам. Какую-нибудь штуку для автоматической ингаляции. Мы и сами применялись. Да, сколько укрыться в брошенном здании штучков, тепла нет, должно быть сравнительно безопасно. Там что-то кукушка плывет. Как-то мне это не нравится. Сейчас, наверное, что-нибудь опять случится в очередной раз. Посмотрим, что у нас с тобой. Ну-ка здесь. Заберем все добро. Паяльник, монтировка. Да, классное добро, конечно. Ничего не скажешь. Нам бы аптечку бы с тобой бы изготовить. Че такое толкнуть? Давай, подруга. Эть! Че, они вагон толкают? Ни хрена себе. Сколько сил-то надо? Развилка. В этом нас не предупреждали. Как думаешь, куда лучше? Интересно. А если мы посмотрим... Ага, ну да, как обычно. А здесь у нас что? Пробуем сюда. Камера. Интересно. Подожди-ка, а если мы тебя вырубим просто? Все? Ну, совсем, надеюсь, вырубилось. Похоже, что так. Перекрыть трубу. Применить техническое умение открыть силу. Ёлки, ни того, ни другого у нас нету. Класс, разработчики все предусмотрели, молодцы. Ага, во, Valve. Труба. Как тебе туда? Ну-ка. Давай протестимся. Пролезем. Я заползу, я пролезу. Я заберу. Кровавленный бинт зачем вообще нужен? Что это такое? Что такое кровавленный бинт?
Сюда странные предметы. Давай, кручу, верчу. Газ перекрыть хочу. Все, вот мы газ в Европу и перекрыли. Больше газа у них нет. Какая досада. Так это и делается. В два поворота. Юго-западный поток сразу прекратился в Найт-Сити. Найт-Сити, это же Европа, наверное. Наверное, Европа. Я так думаю, по крайней мере. Все. Был газ, а нет газа. Так, что-то галюны пошли, поперли. Как-то... Мне это не нравится! Враги предупреждены. Все, врагов предупредили о нашем прибытии. Мы опять провафлили момент скрытого прохождения. Пункт управления. Чем? Метрополитеном? Серьезно? А-22В. Во, умный пистолет. То, что с тобой было нужно. Удалить записи. Все. Сейчас мы с тобой... 1С. 1С. Да ебись оно все. Да, видишь как. Вот так оно обычно бывает, когда пытаешься в BIOS зайти, но не успел нажать кнопку Delete. И у тебя сразу же выходит то же самое. Локальная сеть. Выбрать файл. Что надо сделать? Прочитать сообщение файл. Выбрать. Это что вообще? А что надо выбрать-то? Я ничего не понимаю, что надо выбрать. Клиника Обитель. Интересно, кого и чем они лечат? Бесплатная вакцинация против дифтерита. Ни хрена себе. Интересно, а против коронавируса они вакцинируют? И почему крест вообще? Какой-то христианский символ. Старый добрый песий город. Товары. Бардак, батрак. Что-то я так понимаю, что мы что-то все-таки сделали. Но в BIOS зайти нам не удалось, увы. Этот момент мы прошляпили. А теперь самое время взять умный пистолет. Вот для умного оружия, для умного пистолета, вот теперь можно навыки и вкачивать. А где он? Он? Он, совершенно верно. Панорама, расширяя зону наведения умного оружия. Здорово. Мы могли удалить записи. А вот удалились ли они, это уже большой вопрос. Ни хрена не видно, ребят. Не только вы, но и я тоже ничего не вижу. Можете прибавлять яркость смело. Я не буду ее выкручивать, потому что я считаю, что играть надо в игры на той яркости, которую задумывали разработчики. А есть очевидно, что разработчики задумывали играть именно на такой яркости. Погрузчик. А, это мы там и пришли. Наверное, это был более лучший путь. Элизабет Крест-стрит. Давай, поползли. Что надо? Что говорит? Так, галюны пошли. Нам плохо. Мне кажется, ли вы завидуете? Чего тут завидовать? Несколько пугало, когда у него такие вот галюны начинались. Нет, то, в принципе, понимаю, что это как бы не хоррор, да, но... Кто знает, что от разработчиков вообще ожидать в этой игре? Знаешь, кому-нибудь моча в голову ударит, кому-нибудь это сделать. Скример. Веер. Блин, такой-то бред нам нахрена нужен. Не, ну, в любом случае, елки, что это было. Прикинь, походу кирпич ногой пнули. Нам хоть бы что. Еще один веер. У бомжей сперли веер, прикинь. Да уж, можно и сосиску в тесте забрать, но я только сосиску съем. Тесто не буду. Оно все-таки вредно. Сосисочку можно. Картошка фри. Елки, по-моему, это кусок нарезанного картонки, а не картошка фри. Посмотри повнимательнее. Ты видишь? Это реально, это кусок нарезанного поролона. Слушайте, ребят. Не, в маке такое точно не делают. Что это, учебник по английскому языку? Похоже на то, судя по всему.
Ты, наверное, у нас с тобой студент был первого курса, я так понимаю. Ой! Сбой в работе биочипа. Если пройдет. Да, что-то как-то плоховатенько ему стало. Да. Можно и так сказать. Она же не в курсе. Ты чуть в обморок не упал. Да. Меня убивают биочи Парасаки. Да. Не буду вас детали, но Сойка вроде может помочь. Будем, конечно, это рассчитывать. Так, а чё, мы едем? Мысли, лифт отключен. Квартира. Договорились, дорогая, что помогаешь мне ради денег. И что меня выдало? Ты остался, он даже, кстати, угрожал настоящей опасности. А все равно он как бы помрет, так что чем ему терять-то? Спасибо, честно, похоже на нашего же общего блага, нам лучше держаться вместе. Похоже на то, подруга. Квартира. Сейчас мы с вами поднимемся. Интересно, как так с первого этажа из какого-то бомжа-сброда, из хаты первокурсника какого-то хипстера, походу. Мы поднимаемся в квартиру. Интересно, необычно. Я, конечно, всякое видал, но такое пока что впервые. Думаете, будут проблемы? Сегодня ничего другого не будет. Динг! Мы приехали. Опасная зона, мне это не нравится. Мусоропровод. Так, что такое, погоди, странные граффити. Так, король тентаклей, так. Король тентаклей мы с тобой нашли. А, пентаклей, думал, тентаклей, елки, король тентаклей. Балтика девятка. Сразу, чтобы мы ее не рекламировали, видишь, она сразу же укатилась в темноту. Ничего удивительного. Так он часто бывает. Тропа королей. Новое задание. Ну, осталось практически 20 минут. Давай там так и сделаем. Пускай это... В следующей серии у нас будет следующее задание. Будем так вот по заданиям проходить. Так будет несколько проще, ребят. Чем мы начнем, не закончим потом, чтобы не было никаких вот этих вот проблем. Так будет легче. Так что это пока что все. Мы с вами преодолели и прошли метро. Как видите, вроде как все без происшествий. Так что... Огромное спасибо за внимание, до новых встреч, крутите и пикчайте, огромное количество гайдов, вот спасибо, круто, смотрите меня на канале. С вами был Шуранка, до новых встреч. Будет классно, круто, здорово и интересно. И пока-пока, ребятушки, не переключайте, всем пока.